Как там Дима расчесывается? Как Дима пострижен и расчесывается? Покажи, как ты расчесываешься. Покажи. Покажи. Ты меня хочешь расчесать, что ли? Расчесывайся. Дима, вот как мы расчесываемся. Вот как мы. Вот как мы. В зеркало идешь? Не-не-не, это не, нет. Дима, ей бить нельзя. Дай мне ее, дай. Дима, дай, дай. Давай. Вот, спасибо. О, какой постриженный, Дима. Все, все, это мое уже. Жирафа мне принеси, жирафа, Дима. Где у тебя жираф? А? Это не жираф, Дима. Я ему показала, что такой штучкой можно скрипы делать. И вот он теперь делает. Пытается. Как ты сейчас только что танцевал? Нет, ты по-другому, в припрыжку. Это ты кружишься, сейчас ты упадешь. Картина. Что там? Там зима. Там снег. Там холод. Давай, топай ножкой, Дима. Дима. Топ-топ-топ ножкой. Топ-топ-топ. Давай, молодец. Топ ножкой. Топай. Топай-топай-топай-топай. Топай, 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 топай. Ой, не откуси мне только палец. Тут ты мне вчера уже чуть не откусил. Кусается-то так больно. Да, у Димы еще зубки вылезают. У нас новость. Два зубика даже одновременно. Уже, наверное, не вылезали у него. Как нижние зубки вылезли, да? И все, уже давно. Уже, наверное, с полгодика. Ага. Вот так Дима у нас любит вставать и стоять там. Да? Тебе нравится так стоять? Да. Вот застрянешь однажды. Да, вылази давай. Вылази, вылази, вылази. Давай, 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 ты все умеешь. Дима, не трогай там. Вылази. Банан будешь? На-на-на, банан. Вот, и сам вылез. Да. Нет, давай я тебя сама дам. Ну, руку убери. Последний кусочек остался. Ну, там ты перекладину так сломаешь. Уже пытается Дима залезть, вылезти. Да? Сильный становится. Кушает много каши. Скажи, я много каши ем. Я сильный.
Ты какой сладкий мальчик. Ты такой сладкий. Ты чей такой сладкий, а? И чей-то ты такой? М? Ты мамин. Ты только мамин, да, зайка? Ты только мамин? Да, что ты там ножками делаешь? Что, велосипед? Велосипед? Да-да, почти так, почти так. Большой какой стал уже. Да, ну ты же растешь. Да, и кушаешь много. Сейчас Дима будет ложиться спать. Где-то в час дня у нас. До часов до трех, наверное, до четырех. А потом Дима поедет к бабушке сегодня с ночевой. А завтра мы его заберем вечером. Где? Заберем тебя завтра вечером. Ты там бабушки по тебе соскучились. Наиграешься там, набегаешься. Тебя всякими вкусняшками покормят. Хотя мама тебе и так вкусняшками кормит. Да? А там другие какие-то вкусняшки тебя ждут. Да, зайка? Хотела все это заснять под елочкой, но что-то никак времени нету. Короче, здесь подарки, то, что подарили Диме на Новый год. Подарили вот такой вот домик. Здесь шестеренка. Здесь вот фигурки складываются. Здесь буковки, но это потом. Здесь тоже вот фигурки. Все, он складывает. Тут вот ромбик. Так, здесь что? А, здесь дверца. Дверца здесь. Она открывается. Вот сейчас она закрыта. А когда стрелка поворачивается на 3 часа, она открывается. Вот, и там лежат все фигурки. Потом снова куда-нибудь. Раз. Здесь вот с этой стороны... Тоже. А, вот какие-то. А, тут циферки, а с этой стороны фрукты, овощи. А, нет. А, ну да, помидорку. Вот, она поворачивается. Здесь тоже что-то. Здесь нажимается. Здесь вот счеты. Крутится. Здесь тоже крутится. Очень интересную игрушку подарили Диме. Такая развивающая. Такие вот надо дарить. Вот. И также подарили такую пчелку. Сейчас покажу. Она поет, но, наверное, я ставлю здесь другую музыку, чтобы в Ютубе меня не удалили. Скажем так. Такая вот пчелка. Это подарила ему бабушка его по папиной линии. Игрушка. Надо еще будет попробовать ее в темноте включить. Вот. А вот эту подарили родители моей сестры двоюродной. Скажем так. Вот. И также у нас конструктор появился для Зимочки. У нас в таком мешочке удобном. Такой конструктор. Но он неровный. Немножко вот. И скрепляется очень, с трудом очень скрепляется. Они все такие вот маленькие. Там еще машинка где-то. То есть там... Где-то не
машинка. А вот машинка. Вот, то есть там строится гараж, и просто вот эта вот машинка заезжает в этот гараж. Вот она, обычная машинка. Что-нибудь там возит, там выгружает, возит. То есть вот она самая обычная. Кстати, машинки так вот, хорошо вот тут вот сделаны очень. Тут плотненько, это хватит, наверное, я думаю, надолго. Здесь вот тоже. И можно несколько машинок таких купить и прикреплять. Тут, видите, такая штучка. А вот здесь вот дырочка. Вот там внутри. Тут дырка какая-то. Вот такой конструктор. И он ставится в виде гаража. Вот там. Как-то так. Конечно, если бы были... Не все такие квадратные, а некоторые вот прямоугольные было бы проще построить. А тут получается, что вот угол строится вот так. Это вот ему подарок от бабушки по моей линии. Ну и от нас с мужем лопатка. Вы, в принципе, видели уже. Ну такие вот у него были подарки на Новый год. Да, Дима? У тебя такие подарки были? У тебя тоже были подарки, да, сладенький? Домик уж больно интересный, необычный. Ну-ка, заберем его. А, ну с той стороны ничего нет. Интересные подарки. Самой даже нравится. Тепло ли тебе, Светлодевица? Тепло ли? Да, матушка, да. А, как мама укутала Дима. Тут Женька. Женька, не прячься, я тебя вижу. Женька, и природа какая. Сугробы по пояс прям. Прям по самый пояс. Не видно? Не видно, но они по пояс. Прям перчатка. Красота. Вот тут тоже по пояс все. Вышли мы, идем мы. Идем Диму к бабушке, да, Жень? Бабушке. К бабушке мы идем, Женя. Ой, Диму. Женя. И Женю тоже. Холодно, мне кажется, очень тепло, кстати. Вон какой. По пояс. Женька ушел уже. Красотища. Снег прям весь блестит. Какие сугробы. А, тут кто-то пробирался уже туда. Там, ой, там лавочки красивые сделали. Это, наверное, лужайка какая-нибудь. Отвезли мы Диму. Идем теперь. Ты у меня там ворушишься. Скорее нет. Идем мы в магазин. А там столовая была. Ой, смотри, как елочка. Ай, наряжены все. Смотри, как. Все, чистить такое. А, это чистили, слушай, это навалило за ночь, наверное. А тут дорожка. В сквере здесь раньше алкаши сидели. Сейчас, не знаю, поменьше, наверное. Там была столовая. Здесь вот. Сугробы гигантские. Женька, не прячься. Не прячься, я тебя вижу. Я тебя поймала. Такой маленький. Блестит как. Все так блестит.
О, красота какая. Сквер Мичурина. Купила я по 10 рублей гуцулез. Здесь 400 грамм. Маркетинговый ход. Не 500, а 10. И творожки Диме. Плюс 6 месяцев. Такие мы еще не пробовали. Попробуем. 10 штук по 25 рублей. И лимончик. Лимончик еще лежит. На сегодня это все. С вами был канал Артмания. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. И всем пока-пока.